я приглашаю на сцену нашего первого гостя Владимир Стурчинский. Как вы думаете, кто вы? Такой дурацкий вопрос я вам задал. Знаете, я уже давно по этому поводу не думаю. Угу. Вот. Я предполагаю, что, видимо, все-таки пастушком я окажусь в последнюю очередь. Хотя все может быть. Да. У вас здесь. У нас все может быть. За пластиковой дверью. И я попрошу наш механизм. Откройте, пожалуйста, нам декорацию. Первый пошел. Так, все, оставаться на местах, руки за голову. Ноги на стол. Обе. Слава богу, мы вошли, капитан. Еще бы. Как вы оцениваете обстановку? Да, в общем-то, не фонтан обстановочка. Развратные действия наличествуют. Дай сюда. Что за бумажку ты спрятал? Что ты спрятал за бумажку? Проверьте, что он засунул себе за бумажку туда, в штаны себе. Что происходит? Вот что-то странное. По-моему, что-то здесь не то. Мы вообще, кстати, адресом не ошиблись. Какой адрес у нас записан? Вы говорили, что мы будем захватывать вооруженную банду. А где банда? Да банда-то вот она. Что происходит? Что, объясните, что вы здесь делаете? Ботаник, ты куда дел оружие? Я не ботаник. Проверьте диван, там должно быть спрятано оружие. Нет, здесь все чисто. В диване, а не за диваном. Это наш диван. Ну ладно, присаживайтесь, будем разбираться. Капитан, почему вы мне не объяснили, что мы здесь для того... Потому что капитан не должен объяснять ничего лейтенанту. Мы здесь для того, чтобы обезвредить вооруженную банду. Так. Оборотней в погонах. Погонов нет, оборотней нет. Считайте, что обезвредили. Заказ выполнен. А куда второй делся? Мы просто сидели и смотрели телевизор. Какое мы имеем отношение к оборотням в погонах? А какую программу вы смотрели? Слава богу, ты пришел. Я знал. Всякую фигню смотрите. Если бы нормальные программы смотреть. Ну, я так полагаю, что все-таки эта милая семейка является прикрытием. Сидят такие два херувима, получают звонки. И здесь у них на этой базовой квартире происходит, собственно, встреча с резидентурой. А ваша жена вам помогала. Объясните ему, капитан, как жена ему помогала. А как жена помогает? Как помогала? Покажи. Капитан не сказал, я не знаю почему, но на самом деле вы обвиняетесь в том, что вы, переодевшись в форму сотрудников ГИБДД, вы... Спокойно. Продолжайте, капитан, я не могу, я не сдержусь. Продолжайте. Ладно. Ваша жена вам помогала. Объясните, капитан, как она ему помогала. Она ложилась... Я имею в виду на обочине дороги, привлекала внимание проезжающих автомобилистов, после чего, как его фамилия? Оборотнев. Внезапно выпрыгивал из кустов и, мотивируя тем, что до тела грязно домогаются, отбирал у водителей все практически. Деньги, документы, ценные вещи. Что, куда дел документы? Не надо опираться, у нас есть доказательства. У нас есть запись вашего телефонного разговора. Послушаем ее. Дорогая, сметана закончилась. Что делать? Возьми тогда кефир и быстрее возвращайся. Все вот, остывает. Вот, сметана — это деньги, а кефир — это ценные вещи. Издевайтесь над нами, над органами! Отпираться бесполезно! Бляха-муха! Капитан? Да? Сидеть. Сижу. Мы... Я понял, да. Мы прибыли по вашему приказанию, что нам делать? Вам искать сметану и... что? Кефир. Но дело в том, что собака ведет себя странно, она постоянно скулит и писается. Что конкретно мы ищем? Че все я-то, я не понимаю. Я капитан. Вы руководитель операции. Кефир-сметану. Кефир-сметану. Давай. Искать. На, да, подложи ему, чтобы он не описывался. Я сейчас... Искать. Капитан, сейчас ты тоже у нас описываешься. Да. Капитан, зачем вы сюда вызвали свою собаку? Она же ничему не обучена. Это не моя собака. Это ваша собака. Какая это моя собака? Это ваша собака. У меня пекинес. А.
Я все время путаю пекинесов. С кем? Овчерресов. Пекинес так. Это китайский овчер... Капитан, да? Я могу приступать к своей работе? Я из похоронного агентства. Она из похоронного агентства. Пусть приступает. Приступай. Капитан сказал, что я могу снять какие-то мерки. А вот с этих... Какие мерки? На всякий чего? Случай просто. Какие мерки? Просто двери могли бы... Подожди, почему вы снимаете с них я сидячих мерки? Привстаньте, пожалуйста, оба. А лучше прилягте. Не надо. Не надо эротики. Встаньте, пожалуйста. Не сутулься, а то не влезешь. Хотите положить их в один? Куда вы как договариваться? В один. Встаньте, пожалуйста. Что вы мне мерите? Все, что у вас есть, то и мерить. Дорогой. Все, капитан. Прости. Отлично. Вы все померили? Я все померила, да. А вы же не померили глубину закладки. Нет, не там. Вы ширину мерите. А, глубину, это туда. Поняла. Можно не учитывать. Нашел он. Кинолог. Как зовут мою собаку? Пекинес. Пекинес. Так. Вот. Собака нашла вот это. Вот она, сметанка-то. Где это нашли? Пока. В сумке капитана. Капитан, сумки у вас... капитана? Да. А в вашей сумке, как да. Вы это объясните, как? Капитан? Я же перед этим просто заходил и все уже упаковал. Без собаки. Что-то у меня сомнения, капитан. Так, вы можете быть свободны. Во-первых, у тебя не должны быть сомнений. А у меня сомнения, что вы тот, за кого себя выдаете, капитан. Да, я именно наш тот, капитан... за кого себя выдаю. Наш капитан мог отжиматься на одной руке. А вы, любой если вы сейчас отожмете, мы будем вынуждены вас арестовать. Ты из предохранителя не снял. Я снял с предохранителя. О, ха, дельфины! Да, и русалки там еще так, есть. Так, ладно, хорошо, знаю. Давай соревноваться тогда. Нет, не соревноваться, нет, мы будем вас проверять. На ты одной что, руке отжаться. Лейтенант, что капитан будет отжиматься капитан перед лейтенанта? Будет, наш капитан будет какой отжиматься на одной руке! Капитан? Наш капитан будет отжиматься! Все не гуляют! Давайте обратно, я угадаю. Отпустите меня домой! Все было невнятно. Ну что ж, Владимир, ничего да. Нового я для себя не открыл. Да я, собственно, и не импровизировал. Но если так проанализировать ваше пребывание в этой квартире, вы съели 3 яблока. Два. Сломали я мебель, получить удовольствие. И открыли дверь в другую сторону. Серьезно? Да. Нет, сломали еще ключицу. Ключица это так, мелочь. Подождите. Как в этом маленьком тщедушном теле умещается столько энергии вообще? Скажите мне, пожалуйста. Это просто от волнения. Да? Я так переживал, что не получится. Но когда у меня в руках оказался автомат, я понял, что... Вы почувствовали себя уверенно, хорошо. Да? Да, я как дома практически. Да. Ну что ж, неплохо. Слава Богу.